Привет, дорогие друзья! С вами я, Roblox Roulette, и не будем затягивать. В этом видео я вам покажу несколько новых мобов, которые в будущем добавят в Майнкрафт. Да, их точно добавят в Майнкрафт. Это те мобы, которых вы никогда не видели. Стоп. Он выжил. Этот горшок выжил? А мне плевать, ну ладно. Первый это Optimus Prime. Ой, давайте сейчас быстренько напишем. Time set 0. Ну ладно, это не Optimus Prime, вы меня раскусили. Это такой кубик Рубик, который вот собирает в себя блоки и становится сильнее. Но это маленький кубик Рубик. Но он все же забирает блоки, и не будем отходить от него. Также есть такой некий моб в будущем будет, как бомж. Да, в Майнкрафте добавят бомжа. Ладно, вы меня опять раскусили. В Майнкрафте не добавят бомжа. Но это что-то похожее на бомжа, точнее, адская крыса. Это адская крыса, кстати. Она очень живучая. Лучше мы этого бомжа закопаем, но она очень четко выглядит. Нет, ну не смотри на меня. И, кстати, вот это вот моба, кстати, совершенно невозможно убить. Ой, ну... Пещерный орк. Ну, кто это вообще такой? Пошел ты, толчок. Дорогие друзья, толчок это тоже новый моб, но к нему лучше не приближаться, он может на меня на всю игру сесть и все. Вот. А! Пещерный орк. Секунду. Вот так будут выглядеть пещерные орки. Ну, даже чуть-чуть мило, но я ему и мило. Ладно. Серебряный скелетон. Ну, это терминатор на самом деле. Ну ладно. Если вы хотите видеть серебряного скелетона, это надо делать во тьме. И внимание! Представляю вам его. Вот он! Серебряный скелетон. Неудивительно, почему я называю его терминатором. И яйцо призыва Херобрин. Ладно. И спавним же Херобрина. Ладно. Ладно, я вас затроллил. Это не Херобрин, это обычный зомби. Это обычная зомбятина. Ладно. Огненный голем. Да. Будет в игре огненный голем. Ну, хотите, мы его заспавним в водичке. Ладно, водичка не будет. Ну, ладно. Вот. Огненный голем. Огненного голема очень трудно убить. У него бьет 40 хп, но урон у него очень большой. Я не проверял, какой у него урон, но я знаю, что он большой. Вот. Они также поджигают. Знаете, прикол? Они могут взрывать просто все вокруг. Этим самым выбья. Ну, камень душ полон, и в нем скорпион. Это такое стандартненькое. Ну, это реально гигантский просто скорпион. Кстати, он тоже очень живучий, но и не живучий. Дальше идет яйцо призыва Папа Стива. Да, остались те, кто выжили в расе Стива. И это вот он, отец Стива. Но если сделать так, то
и понятно, что это никакой не отец Стива. Вот. Что с ним происходит? Да! Это оборотень. Все. Так что, если вы надеялись, что кто-то выжил из расы Стива, то вы не ошибались. А если мы сделаем на день, то он станет добреньким опять. И считайте, мы его спасли, ладно. Ладно, убираем кристалл с отцом Стива. Суперволк! Суперволк, он нейтральный или злой моб, я не знаю, я не проверял, но вот как выглядит суперволк. Но он очень похож на вервульфа. Вот какая у него страшная пасть. Сын дракона. Так, там наш маленький кубик Рубик дорос. Ладно, отлетим от нашего домика. И вот, ну, это я называю маленьким драконом, но это никакой не дракон, сразу ясно. Но это такой некий, я даже не знаю, как это назвать. Ладно, я проведу нашего кубика Рубика. Ну, это фейк Хиро, блин, я выброшу. Ну, дракончик, ну, я это...